Дикие скричеры. Курортники. Что? Неужели такое место и правда существует? Вот это интересно. Я знал, что магия существует. Это газетная утка. Думаю, это неправда, но взглянуть стоит. Дикие скричеры! Вперед! Да! Отлично! Дикие скричеры! Сейчас, Рэтлкэт! Отлично! Ха! Готов? Кувырок! Трансформация! Рэтлкэт! Кувырок! Трансформация! Тиранозавр! Да! Мы поймали все три диска из метателя дисков всего за три попытки! Новый рекорд! Отлично! Если так и дальше пойдет, мы победим! Да, но тренировки бросать никак нельзя. А? Да, тебе вот надо поработать над точностью броска. А пирозавр часто отвлекается во время битвы. Он отвлекается на твою прическу. На сегодня все! Ты молодец, Рэтлкэт. Я страшно устал. Да. Я сегодня тренировал бросок где-то 1000 раз. Оксандру этого мало. Ты согласен, пирозавр? Нет, бросай ты получше, мне не пришлось бы столько ездить. Ребята, поймите, если мы хотим стать первоклассными гонщиками, отлынивать нельзя. Что? Ксандр, нам надо отдохнуть, мы устали. Я знаю, но тебе нужно привыкнуть работать с пирозавром. Вы же только познакомились. Это не важно. Мы с пирозавром и так отличная команда. Мы на высоте и отлично играем. Я прав, дружище? Видите, мы во всем согласны. Может, займемся чем-нибудь кроме тренировок, Ксандр? Может, ты раз в жизни закончишь свою домашку? Тренировки, домашка! Разве нельзя хоть раз повеселиться? Ладно, но мы должны быть готовы к суперскричер-чемпионату. Ну же, Ксандр, расслабься. Серьезно, мы только и делаем, что соревнуемся, надо отдохнуть. Да, тренироваться важно, но не за счет своего здоровья. Ну, может, вы и правы. Ладно. Да! Ну, чем мы сегодня займемся? Я даже не знаю, а ты что предлагаешь? Я знаю. Помнишь тот парк, про который говорили в новостях? Отличная мысль, пойдем туда. Круто! Не понимаю, о чем вы говорите, но я с вами. Да, наверняка будет здорово. Вы же только что были невероятно усталыми. Это и есть тот парк? Насколько я знаю, говорят, здесь очень интересно. Ничего интересного не вижу. Я тоже. Я вижу очень много-много леса. Может, все это в лесу? Давайте поищем. Ну, как скажешь. Не входить. Здесь очень скучно. Скорее, странно. А? Что такое? Мне кажется, там что-то в кустах. Может, почудилось. Передохну-ка я на этом удобном камушке. Я тоже.
Ну что же, думаю, что пришла пора всем нам немного перекусить. Это... Сэндвичи из кафе воздушной арены. Я знаю, как Ринго любит поесть, так что я решил взять парочку. Это ты молодец, Ноа. А теперь давайте поедим. Да, можете приступать. Давайте уже поедим. Не так быстро. Что? Почему? Тебе нельзя, Спаркбак, потому что ты нам ничего не оставишь. Клевета! Да ладно вам, давайте их разделим. Да! Они что здесь делают? Мисс Энн, полагаю, они раскрыли тайну этого места. Должно быть. Здесь надо действовать осторожно. Это значит, что я избавлюсь от них с помощью розовой пены. Это мне. Спасибо. Помогите! Им не получить то, что принадлежит мне! Мисс Эн, прошу вас потише. Это просто какая-то кошка. Что? Что они здесь делают? А? Тогда... На Ноа напала не только я знаю об этом месте. Но это не важно. Тот, кто встанет на моем пути, почувствует силу удара богомола. Удар богомола по поверхности стекла. Что это за звук? Просто кошмар! Что это было? Так в этом парке... Еще и собаки есть. Мяу! 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 Здесь что, питомцев выгуливают? Как малявки нашли это место? Задачка будет непростая. Влад, мы справимся. Хватит болтать. Они пусть прохлаждаются, а мы выступаем. Что теперь? Как тут много животных. Да уж. Кажется, этот голос мне знаком. Ну же, Влад! Притворись животным, скорее же! Перестань, что ты делаешь? Это не похоже на животное! Влад, ты нас сейчас всех выдашь! А, так это же просто слон! Ты уверен? Странный какой-то звук для зверя. Похоже, что Ксандр и его брат так наивны, что не узнают, что мы здесь, если мы притворимся животными. Понял, животные. Итак, какие у нас водятся звери? Я придумал. Мы будем пандами. Ты понял? Пандами. Мы панды, братец, панды. Смотри, это же те двое. Нео и Найджел. Знаете, это и к лучшему. Я не собирался притворяться зверинцем, чтобы вы нас не заметили. Конечно, Нео. Вы были совсем не похожи на панд. Ксандр, Ринго, Ноа и все остальные, кто прячется тут по кустам. Мы знаем, что вы здесь. Тайный источник будет нашим. А никогда не будет вашим! Я мастер скрытности. Откуда вы все взялись? Так здесь нет животных. Серьезно? Вы что, никого из них не заметили? Расскажите, что это за тайный источник? Я слышал, что в Скричер-парке есть тайное место, в котором заключена невероятная сила. И нашедший сможет ею воспользоваться. Так что, когда я обнаружу это место, стану самым умным Скричер-гонщиком во всей вселенной. Этого не будет! Вот когда это место найду я стану самой великой Скричер-гонщицей! Нет! Я
найду скрытую там технику и овладею ей! Но нет, мы найдем его первыми. Я правильно вас понял? Вы пытаетесь первыми найти тайное место, но не знаете, где оно и существует ли оно вообще, да? Да, в общем, ты прав. Кажется, это очень интересно. Ксандр, давай посмотрим, кто доберется туда первым. Да, точно! Давайте устроим гонку! Я ее выиграю. Думаешь, сможешь победить меня? Это отличная тренировка. Ну нет, победим мы. Это точно. Я и говорить вам ничего не буду. Вперед! Да! Согласно моим источникам, то, что мы ищем, находится на вершине этой горы. Ну что, на старт! Внимание! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Эй, это нечестно, обманщики! Они используют скричеров, так они победят! Наша очередь! Джейхок, ты готов? Угу, всегда готов! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, Джейхок! Кувырок, трансформация, трансформация! Барба! Если лететь, доберемся быстрее! Отличная мысль! Мы победим! Вот именно! Нам никто не помешает! Какой наивный! Эй! Но! О нет! Ребята, помогите! Болотная ловушка! Нет! Джейхок! Это очень грубо! Приводатель! Нет, надо что-то делать! Судя по всему, вашим скричерам не выбраться из болотной ловушки Крокшока. Скажу с уверенностью, что никто из вас не победит. Вообще-то, ты это зря говоришь. Дикие скричеры! Нет, я забыл, что у него теперь два скричера. Я готов! Найджел! Мне кажется, или он очень противный? Не кажется. Эти летающие ребята думали, что обойдут нас. Зато теперь тайный источник будет нашим. Я слышала, что его волшебство дарит вечную молодость. Вы только представьте себе! Что? Я думал, волшебство источника дарит всем классные мускулы. О, нет! Почему ты остановился? Ха! Что такое, Monkey Ranch? Только не снова! О, какая красивая леди! Я влюблён! Люблю я больше бананов! Эй, мы так проиграем гонку! Стив, разберись со своим скричером! Не могу! Когда он влюблен, его просто не остановить! Это настоящая любовь! Я люблю тебя. Ты такая красивая. Теперь, когда о них можно не беспокоиться, я грациозно проследую к финишу, а затем я стану величайшей скричер-гонщицей в мире.
почти у цели. Что? Нет! Реттл-кэт очень быстрый! Не отставай, пирозавр! Конечно! Пусть первая победа осталась за ними, у нас еще есть шанс выиграть гонку. Ты прав, Нео! Вперед, Стингшир! Я за тобой, Влад! Быстрее, Найтвиллер! Скорее, мы должны победить! О, не верится, что они меня догнали! Я избавлюсь от них с помощью моего секретного оружия! Мисс Энн, может, не стоит? Почему? Да ладно! Мы перелетим через них и легко выиграем! Мисс Энн, я не согласен. Мне будет стыдно проиграть гонку на скорость. Позвольте мне применить свою стратегию. Победа будет за нами. Ладно, тогда покажи им, на что способен. Как скажете. Пирозавр, спорим, на вершине горы куча дисков? Скричер-диски! Извините, простите! Что? Он быстрый! Как это? Что? Я точно выиграю гонку! Осталось недолго. Хотите соревноваться в скорости? Я не против! Вперед, Найтвижн! Ты победишь, Реттл-Кэт! О, это тот источник? Еще чуть-чуть! Кто первый? Кто победил? Скажу вам честно, Найтвижн, ты обошел меня в последний момент, признаю. Отлично! Молодец, Найтвижн! Спасибо, мисс Энн и Реттл-Кэт. Это потому, что у тебя морда длиннее. Реттл-Кэт, ты молодец. Так это финиш? Да, это он. Это тайный источник волшебных сил. Ого! Симпатичная пещера. Ух ты, а здесь очень красиво. И она принадлежит мне, победителю гонки. Так что вам пора уходить. Не обязательно вести себя так грубо. Мы просто хотели посмотреть. Ты очень грубая девочка. Тебе стоит потренировать свои манеры. Хватит уже болтать, уходите. Я окунусь в волшебный источник, все мои желания тут же исполнятся. Все, чего бы я ни захотела. Да, мисс Энн. Итак, я хочу стать величайшей скричер-гонщицей во всем мире и еще победить в суперскричер-чемпионате. А еще я желаю, чтобы мастер Ронан без ума в меня влюбился. Но, мисс Энн, вы уверены, что заходить в этот источник безопасно? Ну, конечно. А теперь ощутить силу источника. Что такое? Разум подсказывает мне, что что-то пошло не так. Ее ударило током? Ого! Я об этом слышал. Что? Я видел в скричер-новостях, что в скричер-парке обнаружили источник, проводящий электричество. Это опасно, поэтому парк пришлось закрыть. Подождите, хотите сказать, что этот источник лишь бьет людей током? Да, люди получают электрический шок, но для скричеров это очень полезно, поскольку они механические. То есть так говорили в новостях. Так мы зря старались? Раз это полезно для скричеров, отправим их искупаться. Хорошо. Какое потрясающее чувство. О, да. Вот бы каждый день так. Это так освежает. Потрясающе. Я будто заряжен энергией на весь день. Я чувствую, как мне становится лучше. Тамала, не хочешь попробовать? Нет, иначе меня ударит током. Им хорошо. Я тоже так хочу. Ха-ха-ха! Хорошо, что эта гонка была не зря. Скоро стемнеет, пора домой. Я полон сил. Хотите, я отвезу вас домой на спине? Спасибо. Я думаю, что мы сможем еще раз навестить это место. Ха-ха-ха!
Согласно моим расчетам, нас ударило электричество от Джейхока. Электричество. Электричество – это больно. Ксандер, я не уверен, что хочу еще раз сюда приходить. Это точно. В следующей серии «Торопитесь!» начинается чемпионат. В первом состязании Ринго выступит против загадочной снежинки. Кто эта гонщица? И сможет ли Ринго победить ее? Смотрите в следующей серии. Переведено и озвучено компанией Трудабинг Студио по заказу телеканала Никелодеон в 2019 году.